А Мимино – это фамилия или имя? Мимино по-грузински сока. Камардюга. О, Камардюга. От тепла предметы расширяются. А эта кепка зимняя. Зимой твоя голова будет меньше. Гамарджоба. Ларису Ивановну хочу. Извините, Валикоджан, здесь все хотят Ларису Ивановну. Зачем тебе Лариса Ивановна? Здесь казашки красивее, чем твоя Лариса Ивановна. А какие они, казашки? Ну, казашки, они высокие, ноги такие длинные, а туши начинаются, землей кончаются. Бедра такой тонкий-тонкий, совсем без жира, только с мясом. А какие у них глаза, дальневидящие. Дома сидят и видят, что муж на работе делает. А знаешь, что казашки дарят в день рождения своим мужьям? Что они дарят? Токалы дарят. Токалы. А что такое токал? Ну, токал — это такой красивый вещь. Такой красивый вещь, красивее, чем твоя Лариса Ивановна. Значит, токал — это красавчик? Тогда я не хочу Ларису Ивановну. Я хочу токал. А почему казашки такие красивые? Потому что они слушают музыку Курмангази, кушают картыкази. Я тогда станцую. Знаешь, они танцевать не любят. Они кушать любят. А что они кушают? Они 24 часа мясо кушают. Когда казахи мясо кушают, волки стесняются. А что, совсем танцевать не любят? Нет, почему? Есть такой город Шымкент, там любят, а здесь не любят. А петь они любят? Да, только когда выпьют. Тогда я спою. Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Виагра есть же у меня, она всегда мое богатство. Я пью бокал за вас, друзья, желаю счастья и добра вам всем года, а мне богатство. Я пью бокал за вас, друзья, желаю счастья и добра вам всем года, а мне богатство.